Итак, всем привет. Продолжаем дальше выполнять задание. Сегодня у нас задание головы племени Кровавого Скальпа. Так, что нам нужно сделать? Принесите голову Ганзулаха и Незилока и положите их в бурлящий котел в лагере Громгол. Нажимаем принять, открываем журнал заданий. И теперь мы понимаем, что мы не знаем, где их искать. Нажимаем на карту, показать карту. И вот в этом районе нам нужно их найти и убить. Так, садимся на свой транспорт, чтобы было быстрее нам добираться до точки. Итак, с этого места мы начнем чистить себе путь, потому что я там дальше не пройду. Меня тупо убьют. Такой синий топорик выпал, что, или булава. У меня нет цели. Вязкий молот. Нормально нам так упал. Так, нам нужно наверх, потому что здесь тупик, мы не пройдем дальше, прохода нет. Сейчас мы дойдем до к этому сундуку. О, опять синька упала, нормально, что-то нам очень начинает вести с лутом. Так, кольчужные. Я больше не унесу. Плохо. Наши эти штаны удалим. Тяжелая шкура. Нормальный такой вообще, третья синька уже нам выпала. Так, так что же удалить? Так, все в принципе как бы нужно. Здесь хлам. И опять нормальные такие лутают все. Так, что нам еще тут не надо?
Так, давайте вот это уберем. Так, что-то еще нужно. Так, вот это уберем. Так, смотрим на карте, да, мы вот где-то на, ну, как бы не где-то, а именно на месте, в том же, где нам нужно убить этих двух боссов. Я, конечно, не вижу их. Ну, давайте дальше пойдем. Я пока не могу. Некуда класть. Так, вот там, видите, где я курсором показываю, вот там есть один босс. Это уже нас радует, конечно, потому что мы знаем, где хоть один. Так, здесь нету. Опять зеленка упала. Так, давайте эти страницы пока поубиваем. Так, идем дальше. И опять зеленка. Нормально. Я уже боюсь сказать, что у нас, что в следующий раз нам тоже упадет что-то зеленое или синее. Ну, сейчас посмотрим. Нет, не угадали. Так, вот Назилок, вот стоит Назилок вот этот, что нам нужно убить. Первый есть, давайте так, а что он? А он? Мы его легко убьем. Так что давайте сразу на него нападаем. Так, и сразу этих убиваем. Опять нормально, ребята. Короче, кто там любит это собирать шмотки продавать или просто чтобы распилить, то вот это самое то место. Так, а ну уйди. Так, здесь нету. А здесь что у нас, тоже нету. И вот, ребят, вот этот хороший, вот этот 5 голды стоит на аукционе. Так. И вот голова, та, что нам нужно для задания. Он пропал, меня не взяли. Ё-моё. Придется ждать, ребят. Да. Ну ничего, у нас еще есть один босс, который мы не убили. Убьем этого, и думаю, за это время зареспанится тот, что мы только что не подняли голову. Так, вот и что там? 5 страницы. Иногда бывает так, что очень долго лежит убитый монстр, как бы, ну, долго не пропадает. А тут, думаю, где-то минуту он пролежал и все, и зареспанился. Ну, как бы в плане исчез труп самой. Сам труп. Так, что он там валится еще с этими?
Так, вот мы убили кого там, Ганзулаха. Поведем в первую очередь, заберем голову, потому что мы уже одну голову просрали. Так можно сказать. Так. Да, хорошо, здесь странички падают, я понял уже. Так, ну тогда. Ну, в общем, вы поняли, да, где, в общем, нам нужно их искать. Так, ну ничего, продолжим тогда после того, как зареспанится вот здесь, на этом месте, Назилока, которого мы еще не убили, даже убили, но мы его, одним словом, просрали в том, что не успели взять голову с него. Так, все, ставлю на паузу, продолжим после того, как он зареспанится здесь. Итак, народ, продолжаем дальше. Так, что там было у нас в последнее время, это то, что мы не успели забрать голову. Как бы у нас уже подходящее время в том, что сейчас он воскреснет, мы его убьем уже второй раз. Главное, чтобы не затупить, как первый. Да, вот он воскрес. Давайте его убивать. Да, некуда класть, сейчас найдем. Так, вот мы взяли голову. Этого, что мы не взяли, но уже взяли. Итак, у нас пишет, что можно сдать это задание. Сейчас мы убьем этого. Еще один сагрился. Так, сейчас. Я больше не унесу. Итак, открываем карту. На карте показывает, что это нужно нам в лагере Громгола отнести этих двух голов, где мы брали изначально это задание. Так, садимся на свой транспорт, как всегда, чтобы было быстрее нам. Так, и сразу тут уже нам агро не важен, то, что они у нас там немного нанесут нам немного урона. Так, правильно ли мы бежим? Сейчас мы посмотрим на карте. Да, вот в таком направлении мы двигаемся ровно к деревне. Итак, мы возле деревни. Так, и сразу бежим сдавать задание. Подходим к котлу. Вот котел есть у нас бурлящий. И отдаем этих две головы, или даже не отдаем, а ложим их в этот большой котел. Нажимаем продолжить. И нажимаем клавишу завершить. Так, нажимаем завершить. В общем, все, задание у нас выполнилось, все нормально. Я думаю, что вам тоже это не будет сложным заданием. Потом, ну, как бы я же вам показал, как, думаю, не составит никаких трудностей. Итак, ребят, будем прощаться, так что все ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.